Всемирно известные солисты и симфонические оркестры, ансамбли, народные артисты – и все это в Одесском горсаду. Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдет с 12 по 19 сентября. Помимо концертной программы, поклонники музыки смогут посетить мастер-классы музыкантов с мировым именем. Фестиваль «Золотые скрипки» этого года откроется концертами для всей Одессы. Любой желающий. Любой десит, любитель музыки, скрипки, может прийти в воскресенье 12 числа и с 17.30 до 19.30 в разных локациях городского сада, мы назвали это садом скрипки, будут играть коллективы, ансамбли, квартеты, оркестры. В концерте прозвучат виртуозные произведения для скрипки с оркестром в исполнении лауреатов международных конкурсов, а также симфонического оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета. Среди участников фестиваля представители Германии, Австрии, Сербии, Армении и США. Мы делаем достаточно много для того, чтобы культурная жизнь Одессы и сама Одесса была достаточно ярким, таким музыкальным и фестивальным пятном на карте Украины, и чтобы наш город постоянно представлялся такими великими людьми, которые приезжают. Приезжают на виртуозы, которые представят Одессу и всему миру, и сегодня одесситы и гости города смогут насладиться действительно красивой музыкой. Фестиваль пройдет на нескольких локациях. Одесская филармония, оперный театр и арт-центр Депо. Завершится праздник скрипки концертом, посвященным 150-летию со дня рождения Петра Столярского и 90-летию его ученика Эдуарда Грача. Полная программа фестиваля доступна на его страницах в социальных сетях.